Друзья, всем добрый день! Сегодня редкий гость на нашем канале – это часы Campagnolo. Можно сказать, суббренд Citizen, или если хотите, по аналогии с Grand Seiko, мы можем с вами выделить полностью эту линейку в отдельную и называть часы Campagnolo. Если сравнивать с тем же Grand Seiko, здесь нужно понимать, что произнося слово Campagnolo, перед вами сразу же возникает образ каких-то необычных, футуристических, даже в какой-то степени интересных часов. Campagnolo бывает не только кварцевая, есть также механическая, есть и за 300 тысяч йен, и за 1 000 000 тысяч йен Campagnolo. То есть здесь очень большая линейка, выбор есть и есть подлинейки внутри самой Campagnolo, в том числе так называемая серия Cosmosign, которая связана с небом, с луной. В данный момент там 4 представлены модели, плюс одна лимитка, но по сути 4, среди которых есть также женская. Итого вместе с женскими 3 модели со звездным небом и одна мужская модель с лунами, очень интересная. Вот посмотрите на картинке, возможно, когда-нибудь мы ее также привезем. Давным-давно на нашем канале уже была модель из серии Cosmosign, тогда они были в таком синем цвете циферблата на синем кожаном ремешке. Здесь же у нас с вами стальной корпус, стальной браслет и относительно черный, если не брать во внимание все вот эти вот зеленые и красные надписи, в общем-то черный циферблат. Сейчас расскажу, что же изображено на самом циферблате, что там нарисовано и немного про механизм, вообще про Campagnolo, про вот ее супер выпуклое стекло. С вами также поговорим про цену, естественно, все расскажу. Давайте начнем с циферблата, это самое интересное. Здесь у нас с вами изображены 1027 звезд и 166 туманностей, которые можно увидеть на 35 градусах северной широты. То есть это реальная карта звездного неба, созвездия, туманности, звезды, все, что здесь нарисовано, в реальности оно тоже так же выглядит. Если вы астроном, наверняка вы это подтвердите. Очень глубокий циферблат, то есть посмотрите, насколько, скажем так, глубина циферблата из-за того, что стекло очень выпуклое, сложно это все, конечно, вам показать, но я думаю, вы прекрасно видите, насколько глубокий циферблат. Сам этот циферблат, он также его можно крутить, если на первом щелчке мы с вами выдвигаем заводную головку, то можем крутить. И есть надписи, вот эти белые, я так понимаю, исходя из того, где вы находитесь, каким-то образом можно вот так подстроить, повернуть этот циферблат, и именно картина вот этого звездного неба над вашей головой будет точно такая же, как на часах, точно такая же будет и у вас над головой. Буквально в двух словах технические характеристики. Стекло сапфир выпуклое с двухсторонним антибликом, то есть суперпрозрачное. Корпус стальной. Браслет стальной. Браслет не самый сложный, но и не самый простой. Я бы сказал, что он даже очень даже ничего. Звенья крепятся на винтах. Хороший, качественный браслет. С полировкой глянцевый и матовый. Застежка здесь красивая, в стиле Citizen Chronomaster. То есть такая аккуратная, небольшая. С гравировкой логотипа Campagnolo. Застежка, естественно, литая. Здесь никаких вопросов быть не может. Также весь браслет литой, в том числе крайние звенья. И вот что касается задней части часов, посмотрите, как здесь все это выглядит, каким образом. Естественно, это японская сборка и сама крышка в чистом виде здесь отсутствует. Корпус, он состоит из двух частей. Вот смотрите, крышка, она переходит в боковые вот в эти части. А вот эта часть с двух сторон, с этой стороны тоже с левой, она как бы встает, крепится и соединяется в одно целое именно вот с боковинками. Здесь нет никакого перехода, то есть не чувствуется никакие грани, все очень классно выглядит. Интересна такая конструкция корпуса, естественно, за это с нас тоже берут деньги, то есть задняя крышка, она вот переходит в дужки и в нее как бы вставляется именно сама основная часть с циферблатом, со стеклом и также там внутри, конечно же, механизм. Заводная головка с логотипом Campagnolo, она не закручивается, при этом часы имеют водозащиту. Это точка. Часы имеют водозащиту.
То есть водозащита здесь минимальная и составляет она 30 метров. Механизм установлен 4398, это кварц, батарейка не солнечная, кварц на 3 года, его точность плюс-минус 20 секунд в месяц. Поменять можно, в общем-то, везде, где меняют батарейки, но учитывая необычность корпуса, лучше обратиться, конечно же, в официальный сервис. Размер часы не маленький, вы, я думаю, видите, как на моей руке они вот на ладони лежат. Высота 53 мм, ширина 45 мм и приличная толщина 14,1 мм. Вес 191 грамм в таких лучших дайверских традициях. Хороший такой увесистый кусок стали, сапфира и, конечно же, звезд. Смотрите, как выглядит на руке. Здесь, конечно же, однозначно часы вообще не маленькие, то есть они не компактные. Но при этом я не могу сказать, что прям супер дискомфорт. Если так вот примерно так посмотреть, то даже дужки верхние, они не выпирают за пределы руки. Конечно же, это не классические костюмные часы, но если у вас рука где-нибудь 18 сантиметров, я уверен, можно надеть под рубашку, под рукав, и будет очень и очень красиво все это смотреться. Кварц в линейке Campanella стоит примерно одинаковых денег, от 300 до 400 тысяч японских йен. При этом есть модели не самые функциональные, как, например, та, которая на вашем экране. То есть эта модель, она отличается только реальным изображением звездного неба. Но также в линейке Campanella есть кварцы с вечным календарем, с минутным репетиром. Есть более дорогие топовые механические модели. И в целом, подводя итоги обзора, хотелось бы еще раз отметить, что Campanella — это не обозначение каких-то супер качественных, супер дорогих часов от компании Citizen. Campanella — это обозначение чего-то интересного, уникального, с необычным дизайном. И я считаю, что это именно те часы, которые просто необходимо иметь каждому коллекционеру японских часов. Без Campanella ваша коллекция точно будет неполной. На этом все. Я вам желаю крепкого здоровья. Жму руку. Носите самые лучшие часы. Всем пока.